не допустите, не допустите прорыва. Очень сложно. Оно идет. Да. Оно едет. Ты меня давишь? Закрутите танк колесо, ломайте его. Остановите его. А, он сам встал. Ну да. Серьезно, мне эти штурмовики сломали его. Ай, там лемон газ. Thank you.
Сколько у них гроты там? Помогите. Много арты. Мне тотально шо. Значит, Саша Виктора прорвали. Слишком поздно очки заюзал. Ничего нет, я выдержал его.
Успели. Мои солдаты еще держатся, как ваши-то. Мои тоже держатся. Только на последней линии, правда. Мои чуть не упали. Артобстрел! Всего три выстрела, серьезно. Ну ладно. Я вообще тут еще на фронте что. Yeah.
Рост где-то мины взял. Покачался. Да? Раз как-то допустил потерю точки. Моя точка не потеряна. Но они зашли на нее. Понимаешь, они осквернили ее своими грязными пятками. А точка все в порядке. Она уже не девственная чистая точка. Ты тоже. Моя точка, на нее еще ни разу даже никто не зашел. Чиста. Столько танков починить еще можно. Блин, тут ты просто стреляй ему в корпус и все. Между ковшом и башней. Все, минус корпус. Уходи. Уходи.
Уходи, дверь закрою, у меня теперь другой. Странно, Влад водил миномет из дымовой завесы, а так это ни разу не использовал. Спрашивается, зачем водил? Не потом. Просто чтобы было. Он может точку открутить вот эту. Она так близко. Или не может. Сами уже отчаянная атака. О, что я вижу. Отчаянная атака сами. Там касики бегут или нет? Касики. Сейчас будет бить. Там касики бегут. К принку. Они штурмуют. Почему ты отошел с той точки? Займи позиции! Как он вперед пошел? Хорошо. Займи позиции, трус! Ты в курсе, он вперед наоборот, да, и свою исполнила. Так он сидел за точкой, он не был впереди. Значит так, на поле боя прибыл комиссар. И сейчас он вас тебя вдохновит! Как трус! Смотри сюда, сейчас их солдат расстреливать будет. Вперед, трусы, вперед! Давайте за императора! Строс, можешь еще раз стрелять какого-нибудь солдата, чтобы я это заскринил? Да все, хватит. Я заскринил. Комиссар подгоняет Гордоса. А что, Бекова? Они не возят, не возьмут нашу. Ну, вообще-то да, для расстрела нужна веская причина. Ты не хотел атаковать! Не так, ты не хотел занимать позицию! Ты струсил и сидел в своей точке! Войска Принкова не в твоей юрисдикции. Захвати точку. Так как так и меньше будет прибавляться. Сзади заезжай. Всё. Ай, у вас пушка. Ну не захватывает. Блять, на анархии, вон еще не давай. Строс. Топи. Все еще ползут. Ай. Героическая атака. Героическая. Короче, атака. Нам надо с одной стороны.